Рома, маму зовут Марина, бабушку зовут Валя, а дедушку Петя. И еще у меня есть сестра Мирослава. Меня учат мама с папой быть хорошей девочкой, никого не обижать. Мама занимается, она работает бухгалтером, она работает. Папа работает строителем. Бабушка, она сейчас в Крыме с дедушкой отдыхает и с моим братиком. Я люблю свою семью, потому что она добрая, милая, ну иногда строгая бывает. Я люблю свою семью за то, что они любят меня. Я люблю их. Они любят меня. Они меня учат, чтобы не драться, не ругаться, не говорить плохие слова, не делать ничего плохого. У меня папа работает боссом, а мама работает в суде. Я свою семью люблю, потому что она очень добрая и счастливая. Мой папа с мамой работают за компьютером, готовят. Мне мама готовит иногда макароны. Я люблю свою семью, потому что за мной ухаживают, меня кормят. Мама меня учит столицам стран всяких. Мама любит ездить, отдыхать около пляжа всегда. Почаще она хочет этого. Я хочу стать звездой, я петь хочу.